Добрый день, друзья! Давайте посмотрим на игру Dice and Fold. Так, выбираем приключенца, который войдет в подземелье. И у нас доступен пока только один. Это валет Джек, 29 здоровья. Красный кубик, чтобы отличиться. Флаг первооткрывателя. Бросаем два новых кубика. 4 золотых монетки, чтобы покупать предметы. И 3 серебряных монетки. Видимо. 8 серебряных монеток превращается в одну золотую. А золотые монетки выкупаем предметы в своем ходу. Окей. Вот мы выбрали. Приключенец. Есть. Enter. Пошли. Давай разбираться в том, что у нас есть. У нас есть крыса. Крыса планирует атаковать меня на 5, у нее на 3, у нее 5 здоровья. Мы бросаем кубик. Так, если мы запершим сет из шестерок, получим золотую монетку. Это бонус у нас. Дневник испытания. Инвентарь. В инвентаре пока ничего нету. Давай бросим куб до кубика. 5-5. Что будем делать? 4. Так. Пятерку сюда. Окей, монетку получили. Окей. И давай пятерку тогда сюда разыграем. Так, это второй этаж из 38. Конец хода. Так, сейчас мы просим 2-5, да? Нет, мы просили 5-1. Окей, давай 5 отправим на тебя. Минус крыса, плюс серебряная монетка. Единичку потратим сюда. Зачем тут четверка? Так, получаем урон. Окей. Бросаем кубик, 2 тройки. Вот так, красный кубик. Потом можем подлечиться. 30. И мы не можем сюда поставить, потому что здесь двойка. А у нас тройка. Но если мы тройку сюда положим, мы получим 3 монетки. А сюда то можно быстрее получим. Давай сюда. Так, бросаем 2 кубика, снова 2 пятерки. Так, а что это нам отдало? Надо 3 меньше что-то положить. А, так мы, наверное, выполним, когда вот этот квест завершим. Наверное, я не уверен. И с пятеркой, пятерку можем пока отложить. Во, точно, мы же можем откладывать нужные кубики. Так, бросаем 2. Вот у нас есть кубик. Давай 2 потратим, чтобы не получить 2 урона. Монетка. И 5 пока отложим сюда. Конец хода. Так, что мы хотим? Дополнительный бросок. 5 здоровья. Либо делать навыки доступными. Давайте навыки откроем. Сделать навык доступным, если 1 потратим. Но пока 1 мы бросали 1 раз. Бросаем кубики 2 и 5. И тут. А это вот 1, это что означает? Как узнать? Не очень понятно, но давай сюда посложим. Так. Можем бросить еще 2 кубика. 2 и 3 есть. 2, по идее, можем бросить сюда. На 3 я подлечусь. Потому что надо. 2 я могу положить сюда. Что делать с таким большим количеством 5? Я не знаю. Сюда? Слушай, сюда можно их засунуть. Вот давай засунем. И сейчас мы получим 6 урона, конечно. Что нехорошо. Ну ладно. Бросаем 2 кубика. О, у нас есть 1. У нас 1, мы можем получить новые кубики.
а можем избавиться от одной мышки. Давайте, наверное, избавимся от одной мышки, чтобы получать на 3 урона меньше. Так. Плюс четверочку. Мы можем получить сюда, чтобы получить навык. И давайте так и сделаем. 2 новых кубика, и это 3-6. Шестерка нам нужна здесь. Тройку мы можем потратить, чтобы снова активировать этот навык. Давай так. Конец хода. Я хочу это. Единичку хочу. Во. Не нравится мне? Давай от тебя избавимся. Пятерку пока сюда кладем. Забираем монетки. Завершаем ход. Так, да, вперед какой-то Леголас. Ой-ой-ой. Страшно. Страшно. Один любой кубик. Единичка. Семерку надо. Так, и четный. Так, ну, шестерка и любой. Давайте хотя бы от паука избавимся. Четный. Это, в принципе, вот это можно. Хотя можно тебя сюда заложить, чтобы получить монетку. Блин, он на 7 атакует. Как нам 7? А как нам 7 набрать? А как нам 7 набрать? Так, ну от паука надо избавляться. Давайте сюда пятерку бросим. С другой стороны, мы можем сейчас четверку поставить, чтобы бросить новые кубики. Мы получили ту же четверку, но можем отличиться на 4, что вот уже неплохо. И давай подумаем. Единичка у нас нету, но есть четный. Вот. Мы можем, наверное, так сделать. Надеюсь, что выпадет двойка. Она не выпадет. Так, и мы... Слушай, у него атака уменьшилась. У него атака уменьшилась, это хорошо. Так, все. Завершаем ход. Надо сюда как-то забрать сет. Так, 19 здоровья, мы пока еще живем. Бросаем 2 кубика. 2 и 5. Давай на 2. Избавимся от тебя. Плюс монетка. Избавимся от тебя. Ну, почти избавимся. Ты атакуешь все-таки наш на 3. Но с этим я уже ничего не поделаю. Бросаем кубики. Снова 2 и 5. В этот раз двойку я кидаю сюда. Пятерку, ну, пока откладываю сюда, потому что... Можно, конечно, сюда было отложить, но это я еще успею сделать. Снова получаю 3 урона. Кошмар. Надо что-то придумать. Например, получить 2 новых кубика здесь. И, наверное, так и сделаем. Подлечиться надо было бы тоже, наверное, неплохо. Но давай сделаем так. 2 новых кубика. 1 и 3. Это позволит нам избавиться от мышки. 3 и 6. Давай пока отложим с тобой. Завершаем ход. Ой, так. Кого мы хотим, чтобы нам присоединился? Ага. Соблазнительница. Выбираем врага и уменьшаем их атаку на 5. 7 и что-то четное. Кубик с значением 5 и выше. Перебрасываем случайный неразмещенный кубик. И ты лечишь всех героев на 3. Давай тебя возьмем. Так, теперь можем что-нибудь купить. Так. Контракт жнеца. Здоровье нашего героя падает до 0. Мы возвращаем его с 10 здоровья. Один раз. Уникальная вещь. За одну монетку можем что-то переводить. У нас 4, да? Когда компаньон получает урон, мы лечимся на 2. Я думаю, это надо. У нас много здоровья не хватает. Возьмем тебя. Раз. Два. Так. И подозрительное сияющее зелье выживет общее количество слотов на 3 до конца игры. В конце этапа получаем 5 серебряных монет. Давай. Берем. Осталась одна монета. Так, еще четверка. Мы получим еще одну монету. Тут, в принципе, это все у нас есть. Оно у нас работает. И неограниченное это количество. Это удобно. Это хорошо. Так. Все.
Дан. Я думаю, дан. Все равно купить не можем. Что у нас? Куча пауков с девяткой и этим. Окей, ролл. 5. Кубик навыка. Можем закинуть в любой слот навыка, чтобы завершить сразу. И, например, можем получить еще 2 кубика. Это может быть неплохо. А еще не хотелось бы получить 12 урона. 9. 9, 3, 6. Можем от одного из них избавиться. Давайте от одного из них избавимся. 6, 3. Так, я все-таки, наверное, сделаю так. А, он именно слот завершает. Боже. Я облажался. Я облажался. Я могу получить золотую монетку. Но вместо этого, давайте, я не буду получать 4 урона. Мне кажется, это более полезная вещь. Завершаем ход. Так-то очень сложная вещь на 2 кубиках как-то пытаться что-то сделать. 1 и 4. Так, за единичку может всех излечить. Дай-ка ты за единичку. А, ты почему? Мой не сделал. Почему мой? Мэ. Ладно, давайте получим еще кубики. Так, куча четверок. Давай получим монетку. Так, сет. Собрали. Я не хочу получать 8 урона. 2 любых кубика. Можно четверку сбросить в вас. И давай 4. Так сделаем. Эту двойку пока вот так отложим. А что у меня 7? Почему она 7? Почему так много? Так, мы немножко подлечился. Но скоро моего хиллера убьют, и это неприятно. 5. 5 мне никак не получить. Эта карта у меня уже использована. Тут нет толку нету. 2 тройки нету. Что делать? 3, 7. Ну, 7 мы никак не сделаем. Это конец? Или, по крайней мере, очень близко к этому. Похоже на то. Ну, давай. Что тогда? Один здесь уберем. 5. Давай четверку пока сохраним. И здесь уберем. Конец хода. Так, ну нас подлечило. В конце. Хоть что-то. Так, 5. Минус 1. Так, окей. И теперь нам надо... Мы получаем 4 урона. Сейчас нам не поможет. Поэтому завершаем ход. Бросаем кубики. 2, 4. Мы можем набрать 9 здесь. 4. 1. 4. Фух. Он все-таки живо. Возможно, двойку надо было сохранить. И давайте завершим ход. Как-то это все непросто, я вам скажу. Очень даже непросто. Так, ой-ой-ой. Все, похоже, это конец. Хотя, любой кубик. Смотри, мы можем завершить слот здесь. Получим 2 кубика. Давай сделаем так. 1-2. Еще немножко поживем. Впереди будет ждет сундук. У нас 5 монеток. Завершаем ход. Что у нас здесь? Еще одна коробка в виде сердца. У нас компаньона больше нету, к сожалению. Звездный фрукт. Потребляем и сразу делать наш навык героя доступным. И чай мудреца. Завершаем слот случайного кубика на нашем навыки. Это неплохо. Но подожди. А, надо тратиться. А, это на начале хода мы одно что-то совершаем. Мы можем взять тебя.
Так, у нас три монетки. Мы можем сделать реролл? Можем прямо сейчас подготовиться к... чтобы было два кубика. А, давайте подготовимся, возьмем с самого начала. Тогда, конечно, это, наверное, было лишнее. Но ладно. Давайте завершим. Лич. Ух, неприятно. 6 и 3. У тебя 18, 14 требуется. Давай так. Так, один любой. Все надо будет сдать. Чтобы не получать 7 урона. Надо будет. Очень надо будет. Это раз. Есть. Дальше давай посмотрим. 8. 3 7 мы никак не наберем. 3 7 мы никак не наберем. А что мы можем набрать? 4. 4 можем набрать сюда. 4 6. 7 урона мы получим. Пока вроде выживаем. 4 6. Тройку давайте пока прибережем. По 8 надо каждому. А как нам 8? Если сейчас 5 выпадет? Или что-то еще? Но если мы получим еще один урон? Как бы, ну это все. Не, ну это все. Тут мы уже ничего не сделаем. Боюсь. Тут мы ничего не сделаем. Может, тут нужна двойка? А, там можно больше сюда класть. А где-то нельзя было. Ну, 3 урона все равно слишком много. Да, завершаем ход, погибаем. Для первого раза в целом неплохо. Давайте мы ретрай. И еще разик. Так. Разблокируем, а надо победить игру за валета. Давайте возьмем валета. И дубль 2. Так, крыса. Нам нужна пятерка. У нас есть пятерка. Давайте возьмем так. Тройку. Давай пока сюда отложим. Конец хода. Двойка, пятерка. У нас есть тройка, шестерка. Тройку, шестерку можем потратить, чтобы использовать наш навык. Бросить два новых кубика. С другой стороны. Шестерка подходит сюда. Мы уже не получаем так много урона. Тройка, но... А тройка сюда не подходит. Сюда подходит только двойка. Вот в чем фишка. Ладно. Тройку можем сунуть вот сюда, например. Чтобы потом как-нибудь получить один кубик больше. Получаем два урона. Тройка, четверка. И вот тройку, четверку мы засунем. И получим два новых кубика. Во, двойка пришла. И что неинтересно, еще одна тройка. Давайте ее сюда поставим. Завершаем ход. Так, забираем монетку. Завершаем ход. Так, 5 здоровья. Сделать новый навык какой-то одноразовый. Или плюс один бросок. Карта апгрейда. Давай плюс один бросок. Тройка-то у нас есть. Единичка и тройка. Угу. Уж а можем избавиться от мышки? Ну, уже меньше урона получаем. Так, это единичка. Можем сразу завершить слот. Получить два кубика. Четверка, пятерка, тройка. Можем два добавить сюда. Вот вопрос, а где вот та тонкая грань? Давай 3-4. Сделаем так. Только шестерка выпадет. Ага. Слушай, ну 2 единички можем сюда забросить. А, один, это не 2 единички, это 11. Божечки. Это 11. Вот тогда делаем так. Получаем снова 4 урона. Увы. Как-то не разобрались.
А он будет тогда всегда еще один ролл? Будем всегда бросать по 3 кубика? Если да, то это неплохо. Давайте попробуем. Очень дорого, конечно. Так, от смерти надо избавляться. Поэтому в смерть мы засунем вот эту единичку. Шестерочку надо ему подождать. Давай шестерочку сюда засунем. Все, получаем 7 урона. Почему так больно? Почему так больно? Как жить? 5. Можем избавиться от крысы, а можем подлечиться на 5. Давайте лучше подлечимся на 5 и избавимся от паука. Может, мы все равно идем потихоньку вперед. А так мы получим 3 урона, но на 5 мы подлечились. Так, 4-6. В принципе, за 6, я думаю, мы от крысы сможем избавиться, да? Четверку я отложу. Вдруг мы сможем 7 улучшить. Так, новая союзница. Хочу ту, кто будет меня лечить. Давай тебя. Магазин. У нас есть глазок гоблина. В начале этапа завершаем один случайный точный слот. Давай. Есть, конечно, ржавый какой-то вот медальон. В начале этажа лечит нашего компаньона на 2, что неплохо. Можем сразу вылечиться на 6, что тоже неплохо, но я возьму глаз гоблина. Вот так. Ну, сейчас мы что-то будем заполнять. Точные слоты. И чё, какой слот у нас? Может, надо бросок сделать? А, ну вот у тебя заполнен слот. Окей, давайте избавимся от 2 смертей. Аж тут как раз 7 тоже получается, но получать 14 урона я не могу. Поэтому делаем так. И можем даже, чтобы не получать 3 урона, делать так. Надеюсь, это я от этого не пожалею, что 4 отдал. Так, я боюсь, те кубики, которые мы сейчас бросим, мы отдадим их вам. Так, возможно, что-то купить. У нас 1 монетка. Можем сделать сразу. Давайте навык героя включим. У нас тогда будет больше монеток. Окей. Ой. Так, ну здесь мы заполнили. Окей, у нас есть 2 кубика. 2,5. Окей. И 6,1. Ага, мы можем избавиться от тебя и от тебя. Скорость на 2,5-6,1, это позволяет нам здесь сюда сходить. Давай я 2,5. Я не хочу получить так. Я все-таки хочу посмотреть, что будет, если сделать так. Я 6 урона-то я, наверное, выдержу. Плюс у меня еще. Так, пока выдержу. О, теперь я по 3 кубика бросаю. Окей. В этом и есть смысл. Четный, нечетный. И 2 можем отложить. Можно, наверное, 6 отложить. Так, четный. Нечетный. 3 урона получаем. Ну, окей. Ой, скоро убьют. Соответственно, мы еще можем на 2 вылечиться. Если мы на 2 излечимся. Попробовать, а шестерка сюда влезет? Сюда только 3. Тут, может, не так очевидно, какие слоты. И сюда. А, сюда влезла. Отлично. Тогда лечимся. Эту шестерку кладем сюда. Завершаем. То есть точные слоты, есть неточные. Вот это отображение их не очень видное, скажем так. Так, ну у нас 5 кубиков. И врагам надо 5 кубиков. У нас есть единичка, чтобы расправиться с тобой. У нас есть 2, которая может завершить нам слот автоматически. У нас есть 6 и 1 любой кубик. Это так. Есть 6 и 2. 3 урона мы все-таки получим.
Мы можем, например, выронить тебя вот так. Завершаем ход, получаем немножко урона. Бросаем. Единичка. Давай, наверное, здесь единичку. Посмотрим, что у нас в сундуке. Бонус на монетку мы, конечно, не получаем. Еще один класс гоблина было бы здорово получить. Но давайте заполним слот. Чтобы у нас был готов в начале следующего хода. И завершаем. Сейчас пятерка выполнилась. Да, пятерка выполнилась. Отлично. Хорошо, что мы три кубика бросаем. Потому что сейчас мы можем... Что сделать? Минус крыса. Так. За три. Излечимся. Нам это надо. Плюс... Единичка. И любой кубик. Живем. Живем. Два золотых у нас есть. И завершаем ход. Так, три кубика. На 6. На 6 лечимся. Отлично, у нас есть здесь еще два кубика. Отлично. Теперь у нас куча четверок. У нас есть шестерка и любой кубик. Это хорошо. От тебя мы избавимся. Пятерку, в принципе, мы можем собрать, но можно, наверное, избавиться и от тебя. Так вот. Зачетный, нечетный. Чтобы не получать 3 урона. Готово. Давайте четверку сюда сбросим. И эту четверку пока отложим сюда. Завершаем ход, получаем 3 урона. Бросаем 3 кубика. Так, на 6. Лечимся, конечно. 4 и 1 это 5. Чтобы не получать 3 урона еще раз, я предлагаю нам разыграть вот эти карты. Завершаем ход. Так, новый союзник. Дошли. А, ну чтобы дойти до союзника, надо сперва с вами расправиться. К счастью, у нас есть 3 кубика. Сюда можем что-то дать, чтобы не получать 7 урона. Сюда любой кубик. 6 и 5 у нас есть. Давай 6 и 5. Раз. Давай, чтобы тройку не получать. Хотя не знаю, выпадет нам тройка еще раз. Ну давай так. Хотя можно просто нажать завершить ход. Так, бросаем 3 кубика. Так, можем подлечиться на 4. И это выгодно. Давайте подлечимся на 4. 5-6, наверное, пока отложим. Завершаем ход, получаем 3 урона. Бросаем 3 кубика. 4-4-6. И ничто из этого не 3. Вот в чем проблема. А у нас 3 места под кубики. То есть тут нам надо будет уже кубики вкладывать. И в себя. И вот сюда даже. Конец хода. Бросаем 3 кубика. Так, 1. Чтобы лечиться на 1. Ну, лечиться на 1 неинтересно. Хотя 1 и 2 это 3. Вот. 1 и 2 это 3. А сюда надо ровно 3 положить. О-о. Но мы же можем делать вот так и получить новые кубики. Это 2 и 5. Это 2 и 5. Что, в принципе, можно сделать вот так. Нам нужна тройка. Нам нужна тройка. Иначе у нас могила сведет. Так, шестерку тоже можем сделать так, как, в принципе, двойку. И четверку, чтобы получить новые кубики. Так, пятерка. Пятерку потрачу, чтобы подлечиться на 5. А то он меня бьет. Без промаху. Так, завершаем ход. Получаем 3 урона у лекаря. Тройки. Тройки пошли. Это хорошо. Эту тройку я вложу в тебя. Четверка может заполнить любой слот.
Это хорошо. Да, тогда я пока шестерку, пятерку разыграю так, четверку отложу. Вдруг мне понадобится какой-то слот заполнить. Ну, слот навыка именно, имеется в виду. Так, завершаем ход. Посмотрим, кто к нам присоединится. У нас 4 золотых монетки есть. Кого можем взять? Можем взять советника. Перебрасываем случайный неразмещенный кубик. 5 и выше. Искательница. Предсказательница даже. Завершаем случайный слот случайного кубика на следующем этаже. А ты убираем врага и уменьшаем его атаку на 5. Взять тебя. Если у нас будет лишняя пятерка, чтобы он что-то перебросил вдруг. Ну, давайте я возьмем. Мы тройку потеряли, во-первых. Во-вторых, я думал, что эта штука у меня останется. И знаете, плюс один кубик в первый бросок — это хорошо, но заполнять 2 случайных точных слота — это просто волшебно. Берем тебя. Готово. Вот. Вот, собственно, о чем я. Я об этом. Бросаем кубики. Так, эта штука завершает твой ход. Так, нам нужны сюда нечетные значения. И мы можем перебросить случайный неразмещенный кубик. У тебя вот 13,9. Дулахан не самый приятный, но 2 нечетных кубика. Ну, в принципе, пятерка есть. С другой стороны, мы же можем единичку сюда положить и получить монетку, но я не хочу получить столько урона. Поэтому давай так. Можем что-то перебросить. Оп, вот единичку. Убираем тебя. Четверочка. Четверочка, хорошо. Давай пятерочку бросим сюда. Четверочку пока отложим сюда. Слушай, эта четверка позволит нам завершить этот слот. Либо можем получить 2 дополнительных кубика. Либо рерол. Давай пока завершим ход. Получим 4 урона. Бросок кубиков. 2-2-4. Давай вот эту двойку используем, чтобы получить 2 дополнительных кубика. 1-5. 5 можем потратить сюда, чтобы получить рерол, но нам это не надо. В принципе, единичку разыграем сюда. 5-4 разыграем так. Двойку, наверное, пока отложим. Конец хода. Так, 2-4-6-4. Еще тройку бы где-нибудь взять, да? Еще бы где-нибудь тройку взять. Было бы неплохо. 6-4. Давай тогда 2. И вот эту четверку отправим на получение новых кубиков, но это не те кубики, которые нам нужны, к сожалению. Да, давайте получим еще 4 урона. Бросок. Вот, 1-2. Причем на единичку можем сами подлечиться. Нет, подлечиться не можем. Можем двойку, по идее, вот так вот поменять, если нам понадобится срочно что-то заполнить. Какой-то слот. А двойку можем отложить сюда. Завершаем ход. Так, главное, что у нас сейчас будет 2 слота уже заполнены. Оп, шестерка у тебя. Единичка. Отлично. Бросаем. О, возможность подлечиться на 6. Это хорошо. Это хорошо, это то, что нам надо. Нам надо 13. 13, да, я подумаю, как можно сделать. 6, 5 и 2. Это 13. Готово. Шестерку эту мы вместе разместим сюда. Двойку разместим сюда, чтобы не получать 3 урона. На шестерку подлечусь, наверное, я или его подлечить. Давай его подлечим, а то у него как-то здоровья уже маловато. Завершаем ход. Теперь нам нужны единички. А, единички не пришли. Можем тройкой завершить твой
Вот. Учить новые кубики. Нам это не помогает, поэтому тратим пятерку, чтобы перебросить. Снова двойка. А нам надо ровные единички. Ровные единички. Ну давай так. Здесь вот очень нет. Ну, а. Так, ну давай. Так делать. Снова 3-4. Да ты издеваешься. Ладно. 2-5. Ну, хотя бы так, наверное. Почему ничто из этого не единичка? Так, у нас есть одна единичка. Давай хотя бы от одного таракана избавимся. Теперь перебросим кубик. Это снова не похоже на единички. Давай перебросим еще раз кубик. Да где у него столько единичек взять? Ладно, завершаем ход. Надо было оставить волшебницу, она меня хоть лечит. Так, давай 2,5, чтобы получить больше кубиков. Это не единички. Давайте потратим так. 2,5. Давай еще кубики получим. 5,6. Давай. 2. Ну, Не теми сторонами пока падают кубики, которые я хотел бы. Вот опять. Вот опять, давай 2,4. Чтобы новый до кубика. 3,6. Давай. Так. О, есть единичка. Вот была бы у нас волшебница, которая лечит, было бы очень хорошо. Так, на 5 можем подлечить кого-то. Давай меня подлечим. Мое здоровье важнее, чем здоровье друга. Тут уже извините. 3,5. 3,6. Вот давайте 3,6. 4,4. Ну, давай 4,4 разыграем сюда же. 4,5. Так уже не получится. Давай пока так. Так, ну давай. 2,4. 2,3. Можем хотя бы на 3 подлечиться. Тут я снова подлечусь. 2,5. О! О! Мы живы. Мы живы. Живы мы. Отлично. Давайте сделаем так. И пойдем дальше. Фух, скоро мы дойдем до магазина. Так, минус 1. Ой, 2 дулахана. Как же неприятно с дулаханами-то сражаться. Так, ну лечиться на 4 надо. Может, дулаханы меня на 4, так мы одну атаку, считайте, нивелируем. Я буду лечиться или друга лечить? Наверное, я буду лечиться. Так. Плюс, допустим, 2 кубика. 1-2. Ну, единичку можем разыграть в тебя. Дальше можно 13 и 9. Я, наверное, шестерку пока все это оставлю. Потому что это вместе дает 10. Давай сейчас завершим ход. Бросаем 3 кубика. Хорошо все-таки, что мы прокачали эту часть. У нас вот есть 9. У нас есть 9. Это вот уже неплохо. Хотя за 4-1 можем получить что-то, возможно, лучшее. 6-6. 6-6 это лучше, потому что позволяет нам закрыть вот этот слот. Вот так. 7. 7 нету, есть куча шестерок. Но можем шестерку закрыть сюда и искать тройки. Либо шестерку закрыть сюда. А, слушай. И искать единицы.
Так, но я же могу сделать еще вот так. 2 и 3. Так, живу, но почти умираю. Почти умираю. Так, 9 есть. У меня есть 3-4. 3-4, наверное, я переброшу, потому что оно неплохо кладется. Надо было 2-4 класть, да. Забываю. Я вижу тройку. Но тройка там есть. Да, надо было класть именно. Сейчас нам что? А что у нас сейчас? Сейчас у нас вот суммарно 9. Давай тогда суммарно все 9 сюда и положим. Лишь бы не умереть. Кошмар. Если он убьет, ударит советника, у меня есть шанс выжить. Небольшой. Но, увы. До 22 этажа дошли. Из 38, но все-таки потерпели поражение и в этот раз. Давайте, наверное, последний раз попробуем. Посмотрим, повезет ли нам сейчас. Все-таки союзник, который лечит меня другого, это полезно. Это полезно. От крысы получаем урон. Получаем урон, окей. А что нам только 4-6? В самом начале получаем так много урона. Кошмар. Хотя, надо было, наверное, сделать так. Изначально. На 4 можем подлечиться. Но он все равно еще на 4 ударит. Нам все равно еще ударит на 4. Ладно. Завершаем ход. Так, 2-3. Ну, 2-3 это 5 вместе. Поэтому давай сделаем так. Так, 5 и 2. Бросаем. У нас есть 5. Окей. У нас есть 1 и 4. У нас есть 2. И пятерочку, которую можем отложить сюда. Так, плюс 1 ролл. Хочу. Очень хочу плюс 1 ролл. Это очень помогает, оказывается. И 6 и 5 это 11. С другой стороны, 6 и 4 это минус 4 урона. Поэтому, наверное, я не хочу получать 4 урона в первую очередь. И давайте сперва я брошу кубики. 2 и 5. 2 и 5 это хорошо. Но это не 3. Но я могу же делать вот так. И получить 4 и 5, что неплохо. Но опять же, это не 3. Нужно точно единичка сюда, один любой. Так, а могу я как-то 11 получить? Не 6 и 5. Хотя могу разглядеть 2, 4 и 5. Ждем тройку. И чтобы не получать 4 урона, делаем так. Так, у нас есть... У нас есть то, что нам надо. Наверное, надо было подождать. Наверное, надо было подождать. Просто давайте уберем тебя. Так, 2 и 4. На 4 можем отличиться. Либо... Блин, на 4 надо лечиться. Либо надо заполнять. Давайте заполним. Надеемся, что нам придет что-то нужное. Ага, 2 и 1. Очень нужно. Нет. Давайте делаем. А что, только тройка нужна. Жаль. Ладно. Получаем кучу урона. 3 и 5. 3 сюда. 5 сюда. Получаем 4 урона. У нас очень мало здоровья остается. Зато теперь мы бросаем по 3 кубика. Так, на 5 лечимся. 4. 2. И 1 любой. Давай единичку. 4 все-таки приберегу. Завершаем ход. Так. Возьмем тебя, конечно. Будешь нас лечить иногда. Так, и за 4 возьмем глаз гоблина. Он хорошо себя показал.
Отлично, у нас один слот заполненный, пусть мы поставим 3 кубика. Так, и давай подумаем, 6 и любой кубик. Избавляемся от тебя. Тройку кинем в тебя. И давайте избавимся еще от мышки, чтобы не получать 3 урона. У меня осталось 7 здоровья. Поэтому сейчас я буду лечиться. Так, живем. Живем. Так, впереди сундук, у нас здоровья... У нас золота не особо много. Так, ну мы можем избавиться от тебя. Можем избавиться от тебя. Ну, четверку пока прибережем. Так, на шестерку лечимся. Хорошо, и эти две шестерки пока прибережем. Так, 2, 2, 6. Шестерок много. Но на 2 я могу подлечиться сам и подлечить тебя. А эту шестерку могу засунуть себе вот сюда. Надо было по-другому. Ладно. О! О! Давай. 3-3. Лечим обоих. На 3 я лечусь сам. Конец. Вот это нравится. Но так мы долго продолжаться-то не может. Вот, единичка выбросилась. Отлично. Теперь давай посмотрим, что у нас есть. Двойку можем отправить сюда. Шестерку можем себе приберечь на всяких дулаханов. Очень же мне дулаханы не понравились. Отвратительные монстры. Так, у нас одна монетка. Одна монетка позволяет нам получить 6 здоровья. Либо не получать ничего, но давайте получим 6 здоровья. Хотелось бы, наверное, второй глаз гоблина, но, возможно, я многого хочу. Бросаем 3 кубика. Так, у тебя здесь 11? Или как? Или что? Так, 6 и любой. Давай проверим, есть ли у тебя тут 11. Да, у тебя тут 11. Мы не будем получать кучу урона. 7 и четный. Мы можем не получать 2 урона. Выгрызну, это 2 урона же. Выгрызну, давай. Но лучше, наверное, не получать 4 урона. Четный мы выбросим на следующий ход. Даже если мы сейчас получим 2 урона. Так, тройку прячем сюда, чтобы иметь возможность подлечиться. Так, завершаем ход. Так, он атакует по 2, мы можем немножко потерпеть его атаку. Так, теперь. Единичку и четверку мы можем пока добавить сюда. Двойка четная. Давайте, наверное, еще немножко потерпим. Прибережем это до следующих ходов. 4, 5, 6. Угу. Ну, лучше стало не намного. Давайте единичку, четверку замешаем сюда. Так. Вышел подхил на 2. Вышел подхил на 2. Ну, давайте подлечимся. Эту двойку я потрачу. Так. Так. Чтобы получить новые кубики, 2-4. А где все тройки? Где все тройки, я вас спрашиваю? Слушай, ну... Мы можем сделать так. Чтобы подготовиться к будущему. Вот у нас есть тройка. Чтобы подлечиться. Этого я ждал. 5-6. Ну, давай пятерку сюда. Двойку сюда. Это мы прибережем до следующего хода. И вот они, мы готовы. У нас есть 2 кубика здесь. И здесь кубики есть. 15-25, в принципе, здоровья есть. Давай посмотрим. Ага.
На самом деле, вот здесь вот я бы подлечился на 4 сюда и на 4 сюда. Получил бы 2 дополнительных кубика, чтобы уже вот эти двойки отдать жнецам. Так, он бьет меня на 3. И тут есть некоторая проблема, потому что эту пятерку мне девать некуда. Я могу 6-4-6 хранить. А, хотя четверку я могу положить себе в кармашек. Завершаем ход, получаем 3 урона. Бросаем, и ничего из этого не является единицей. У тебя, чтобы освоить, нужны точно тройки. И сюда нужна точно тройка. Что мне делать с этим 4-5-6? Ну, непонятно. Сюда нужно что-то меньше тройки. Просто получаем 3 урона. И завершаем ход, видимо. Давайте завершим ход. Получим 3 урона. Куча четверок. Спасибо. Не нужно. Во, есть тройка. Давайте получим дополнительные кубики. Двойка, пятерка. Двойку, пятерку давайте разыграем. Так. Шестерка, четверка. Это же не скилл? Это не скилл. И сюда я тебя засунуть тоже нельзя. Давай вот так вот поменяем. Четверку засунем сюда. Вот так вот, ну как-то пока все тяжело. Пропускаем ход. Ну, тройка. Я двойку могу разыграть сюда, чтобы получить дополнительные кубики. Но ничто из этого не будет единичкой. Тройку могу пока поставить сюда, чтобы получить монетку. У меня снова 5-5-6. Очень большие значения кубиков. Надо было сюда бросить. Ладно. Вложились. Бывает. Завершаем ход. У нас у волшебницы почти ничего не осталось. И нам не хватает денег на то, чтобы взять еще один глаз гоблина. Но можем взять молот. Кубики выкинутые в общие слоты получают плюс одно значение. Ну давай. Хотя я бы не отказался от еще одного глаза гоблина, но увы. Вот. Ну теперь нам будет проще с дулаханами сражаться. Так, и в целом... Здесь у нас все неплохо, да? Можем что-то четное засунуть в тебя. Например, вот эта шестерка. Ауть-фуй, вот это нечетное. Ну, вот эту пятерку засунем. Вполне себе. Дальше семерку. Семерка, она вот. Смотри. Вот семерка. И что-то четное. И один любой кубик. Только не бей. Завершаем ход. Бросаем кубики. Можем подлечиться на 6. И мы явно это будем делать. За 2. Получим дополнительные кубики. Дальше. 2, 5 и четное. 6, 1. Может, от тебя надо избавляться? От тебя надо избавляться. Поэтому давай 2, 5. Вот от вас двоих тогда избавимся. У нас только кубиков загашника не останется. Вот что плохо. Но я думаю, это как-нибудь переживем. А, единичку осталось достаточно. Уж, а давай тогда сделаем... Так. 3-3. А что делаю? А зачем я это делаю? Ну, надо тогда шестерку играть сюда. Явно. Чтобы получать меньше урона. Я получаю 5 урона. Но могу... 6 здоровья условно получить. Так. Теперь... Единичка и что-то четное. Потому что, во-первых, единичка и шестерка. Так, с тобой мы немножко задержимся. С тобой мы, наверное, немножко задержимся. Может, он атакует не так сильно? Я могу подготовиться. О, наверное, единичка надо было отложить себе. Да, единичка мне надо было отложить. Но, ладно. Тогда, наверное, пятерки отложим. Да, вот так.
Следующий ход. Шестерка. Давай сделаем так. Двойку, наверное, сюда. Шестерку сюда. Окей. Что у нас есть? У нас есть шестерка для тебя. За один кубик. Так, у нас вот так есть. Так, а еще нам надо три нечетных. И мало того, что нам надо три нечетных, нам надо еще один любой кубик. Поэтому, потому что 8 урона получает такое себе. Мы делаем так. А, ну и два любых кубика. Так, и так. Все, со всеми разобрались. Ух, это было непросто, но готово. Берем тебя. У тебя здоровье побольше, чем у моей. Поэтому заменей. Повезло. Теперь, вот сейчас нам глаз гоблина не пришел, к сожалению. Зато можем улучшить все общие слоты на 3 до конца игры. Но в конце этапа получать больше. Но нам будет сложнее тогда вот эти вот добавлять. Давай тогда... Вначале у меня будет один кубик заполняться. И это будет эффективно, я думаю. Давай так. Можно было, конечно, контракт жнеца взять. Тоже неплохая вещь. Так вот мы начинаем. У нас оп, уже заполнено. И положу сюда эту первую единичку. Мы получаем 2 кубика. Что хорошо. Нам надо 3 нечетных. 3 нечетных у нас не особо есть. Но можем избавиться от ведьмы за 5 и нечетная. Либо за 4 и 3 получить еще кубики. Надеюсь, что там будет еще 2 нечетных. Давай, да, 4 и 3 бросим сюда. 1, 5. Это все нечетное. Я предлагаю в первую очередь зарашить тебя, чтобы не получать 8 урона. Так, мы получаем всего 7. Шестерку давайте пока отложим. Конец хода. Так, 1, 5. Как раз 5, 1. И сюда надо что-то бросить нечетное. Нечетного тут пока нету, поэтому завершаем ход. Получаем немножко урона. Зато сейчас можем подлечиться на 6. Это замечательно. Тройку можно было бы сюда отложить, но лучше избавимся от тебя. А четверку отложим себе пока в загашник. Готово. Ух, по 12. Вы серьезно? Вы серьезно, да? О, неприятно. Это, видимо, неприятно. Давай посмотрим, от кого можем избавиться. 11. 5 и 6. В принципе, 11 у нас есть. И 4 есть. Так. От тебя избавились. 3 чет нечет. Нету. От тебя мы избавились. 12. Слабовато. От тебя не избавились. Ну, давай от мышки избавимся. За четверочку. От этих пока не избавляемся, но завершаем ход. Пока живем. Бросаем три кубика. 6-4. 6-4. У нас есть много. 6-4. Нам что-то меньше 3, чтобы получить дополнительные кубики. Но в целом можем сделать 6. Прям все четное. Можем 4 сделать, еще 6. Эту 4 отправить пока сюда. Ой-ой-ой-ой. Неприятно. Неприятно. Так, 5. Так, мы можем сделать. Сейчас мы будем получать по куче урона. 5. 5. Давай, наверное. Так можно? Так можно.
Окей, потому что слоты как-то у них... Было бы у них какое-то обозначение, хотя бы красный там или синий фон, что точно понимать, тут надо точно набрать данное количество, или подойдет больше или меньше. Что-то вот, например, не подходит. Так. Я могу единичку бросить сюда, чтобы подлечиться на 9. И это я, конечно, делаю. Это вин-вин. Это очень удобно. Дальше 5,2 я, наверное, положу пока сюда. Бросаю 3 кубика. Окей, тройки пока не выпало. Но за единичку и четверку я могу получить 2 кубика. Вот у нас есть тройка. У нас есть двойка. И пятерка. Шестерку и пятерку я заберу с собой. А мы идем дальше. У меня 24 здоровья, а союзника у меня нету. Так, у тебя одна выполнили, шестерка есть. Окей. Единички нету, конечно. Но можем тройку, конечно, сюда дать, чтобы получить дополнительный кубик. И это хорошо. Так, во-первых, избавляемся от тебя. Раз. Во-вторых, давай тройку. Так, само по себе тройка нам нигде не нужна. Дадим сюда. Может, получим единицу, либо двойку. Ну, получили тройку. Снова. Зачем? Можем подлечиться на 3. И это хорошо, наверное. Хорошо ли? Наверное, да? Так. Что у нас есть в инвентаре? Есть молот. Общее количество слотов плюс 1. А вот теперь знать, который... Вот 17 точно общий. Сюда можно положить пятерку, но она будет считаться за шестерку. Таким образом, 5, 5, 5. Мы считаем, что мы положили на 18. Но вот этого-то будет недостаточно. И пятерки вот здесь будет тоже недостаточно, скорее всего. У нас много лишних, да, сюда, то есть конкретно до единичка и шестерка. Но в целом пятерку и пятерку мы сюда закинуть можем. Хоть еще пятерку можем закинуть. Но пока смысла в этом, наверное, нету. Четверку можем сюда закинуть. Четверка у нас есть. И двойка у нас есть. Плюс есть возможность подлечиться. Что тоже хорошо. Завершаем ход. Бросаем кубики. И единички у нас нету. Но у нас есть двойка и четверка. Вот, теперь у нас есть единичка. Но нету шестерки. А, здесь есть шестерка. Что это я? Куда это я смотрю? Есть у нас шестерка. Давайте эту тройку отложим сюда. Так, у нас 6 монет. Целых 6 монет. Есть у нас глаз. Глаза нету. К сожалению, зато у нас есть камень. Первоскный мы используем навык героя на этаже. А скилл компаньона также становится доступным. Это, конечно, классно. Проблема в том, что, ну... О! В начале хода мы будем получать 2 кубика. Второй чай мы возьмем. Вопрос, хочу ли я тебя взять? Может, а по идее? Тогда, если у нас будет лекарь, мы в начале хода сразу можем и меня его на 3 лечить. Что было бы неплохо. С другой стороны, если... Я смогу дойти до еще одного глаза мертвеца этого гоблина. А я уже очень хочу получить еще один глаз гоблина. Это было бы лучше. Поэтому, наверное, пока нет. Пока, наверное, нет. Звезда нам не нужна. У нас и так все заполняется автоматом. Поэтому давайте 4 монетки пока сбережем. Пойдем дальше. Надеемся, что мы сможем дойти до еще одного магазина. Вот, у нас сразу наш навык готов. У нас есть кубики. Можем избавиться от ведьмы. За 5 и нечет. 18 тоже можно от слайма избавиться. 3, 4, 5 можем спокойно сюда разыграть, чтобы не получать 3 урона. Так, 6... 5, это будет 7 и 6, да? Давай сделаем так, чтобы не получать 3.
нечет, чтобы не получать 4. Да. 3, 4, 5. Видимо, пока никак. Видимо, пока никак. Хотя мы можем сделать так. Получать немножко кубиков. 3, 5. 3, 5, но не 4. Как оно было бы неплохо получить. Хорошо, давай так. 3 и 5. Вот так вот сделаем. Завершаем ход, получаем 5 урона. 3 кубика. А вот и четверки подъехали. Отлично. Вот тогда с ведьмочкой можем немножко посидеть. Поразбирать ее. Например, 4, 2. Бонусный кубик и лечимся на 5. Единичку бросаем сюда. Так. Пятерку можем забросить сюда. Единичку бросаем сюда. 5. 3. 2. Я думаю, надо сейчас шестерку потратить сюда, чтобы у нас был навык, было больше кубиков. У нас так кубиков слишком много. И начали следующего этапа. Да, я перестарался. Ладно. Мы можем тройку-тройку вот так вот сберечь. Эту тройку мы можем положить сюда, но она все равно сгорит. Потому что у нас это будет в начале этажа заполнено. В этом необходимости нет. Так, нам апгрейд есть. Классно. Так, у нас есть дулаханы. 32. Это, конечно, серьезно придумал. Давай, вот. Шестерка. И любой. И любой, я считаю, это единичка. Вполне себе любой. Так. Уже неплохо. Дальше. 3, 4, 5. У меня есть 3, 5. Давай сейчас, наверное, 2. 2, 5, наверное, я даже разыграю, чтобы получить. О, я те же 2, 5 получу. Те же 2, 5 получу. Ну давай, сделаем так. На 2 может сейчас подлечиться. Может, вот эта двойка нам пока ни к чему не приводит. Эти 2, в принципе, можем подлечиться хоть немножко. Завершаем ход, получаем много урона. Так, у нас есть четверка, чтобы избавиться от тебя. Угу. 6, 5. Если мы откроем сюда, это у них складывается, считаем, что это 7. 7 и 5. 13. Но все равно 9 урона сейчас получим. 9 урона мы получим его. Давай двойку сюда отправим. Тройку можно отправить. Можем. Прикольно. Прикольно, окей. Это потому что откладываешься здесь. Вот могли бы сделать, чтобы оно разделялось. Потому что, по идее, можем так. 4-3, например. О, так, 6-5. Можем 3-3 тогда бросить. Планируется, что выбросим лучше. Точно. 4-4. Вот. Что нам это дает? Так, давай посмотрим. 10. 10 плюс 8 плюс 5. 13. 13 плюс 10. 23. 23 плюс 5. 28. Этого недостаточно, чтобы избавиться от тебя. И 10 на 13. 13 мы, допустим, добьем. Это будет 5, 5, 4. Даже 4, 4, 4. Допустим. И будет 5, 6 сюда. Но все равно это будет недостаточно. Но давай что-то будем вкладывать. Например, пока вот так. Тебя мы вложим сюда. Заканчиваем ход. Ух, 2 здоровья осталось.
Боюсь, не дойдем мы до конца. Так, теперь. Вот теперь точно надо что-то делать. Как минимум тебя добивать. Хотя нас не спасет. Нас-то не спасет. Можем 3-4 обменять на что-то. Может, более стоящее? Давай попробуем. 3-3. Нет. Два еще. 2-2. Ме. Два шесть. Ну вот шестерка уже что-то. Давай 2-4. О, 4-4. Окей, в целом количество значений на какой-то точек на кубиках увеличилось. Кубиков с лечения нам не выпало. Так, ну боюсь, это все. Шесть. Так, 12. Это несколько четверок. Это 3 четверки. Это вот так. Мы можем сделать вот так. Получить просто монетку. Ну и Дулахан нас набивает. Увы. Это конец. И на этом кончается и мой Let's Play игры Dice and Fold. Большое спасибо за просмотр и увидимся!